Раньше положенного срока сотрудники МУБЖЭК приступили к очистке дорог от смета. Обычно работы начинаются в апреле, но погодные условия позволили уже в этот вторник заняться уборкой прилотковой части дороги на набережной Лазури. Подобные работы традиционно производятся весной по мере таяния снега и льда по всему городу, а летом и осенью точечно в местах с большей загрязненностью. В случае изменения погодных условий синоптики на этой неделе прогнозируют осадки в виде снега. МУБЖЭК будет выполнять работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети, а именно противогололедную обработку и при необходимости расчистку проезжей части и тротуаров. При наступлении благоприятных погодных условий уборка смета будет продолжена. Уборка смета начинается с дорог, где быстрее всего сходит снег и лед, лежащий в прилотковой части. Например, набережная реки Лазури, улица Туполева. В рамках данных работ проводится механизированная и ручная уборка грязи, так называемого смета, с прилотковой части дорог. Очищается бордюрный камень.